господа, я, выходя на эту трибуну, не очень знаю, не очень понимаю, как лучше всего строить выступление. Наверное, все-таки лучше всего строить как можно более канонично, а именно начать с того, что я заявлял. Заявлял я о наших историко-географических экспедиционных проектах, как известном выходе российского исторического альтернативизма. Господа, ситуация вот какая. Мне в свое время жутко повезло всеми альтернативными исследованиями в области хронологии древности Средневековья. Ведь примерно в 2006 году я был впервые из нашего прекрасного, умного, дружного, замечательного сообщества приглашен на защиту кандидатской диссертации. По теме, связанной непосредственно с альтернативистом, это было после того, как вышел в свет первый в истории российского альтернативизма переводческий проект. Я показываю, я верчу. Это слова святого Иеронима, ровно те слова, которые святой Иероним, которому приписывается перевод Библии с древнееврейского на европейский язык, решил оставить без перевода, например, «Ева – жизнь», «Адам – человек» и так далее. Вот был первый переводческий проект, поскольку святой Иероним, он приписывался Хорватии и Словении, его жизнь, и там, и в этих двух славянских странах он почитается. Были очень интересные у меня проекты, связанные с этим странам, а во что все уперлось на 90%. Все уперлось на 90% того, что в этот момент российский исторический альтернативизм представлял собой непонятно что. Фоменко и Носовский выгнали, ну, тот момент, что выгнали ярко выраженно, причем выгнали задолго до 2006 года всех остальных своих коллег по цеху, к величайшему сожалению. Ну, что с ними случилось, с ними то случилось. Они имеют репутацию, с моей точки зрения, вполне заслуженную. История их оценила. Возвращаясь к фразе известного вождя 20 века Фиделя Кастро, вождя кубинской революции. История нас оценит. Так вот, их история уже оценила. Вопрос, что в наших руках. Что произошло после этого? 2007 год, я пытаюсь в том месте, куда меня пригласили на защиту диссертации в Российский университет дружбы народов, сделать хоть что-то из этого. Приглашения, я организовал там конференцию. По итогам конференции вышел замечательный сборничек «Востоки в Запад. Приоритеты эпох». У кого этот сборник есть, мы с Николаем Сергеевичем этот сборник в свое время верстали и издавали. 2010 год. К этому моменту вырисовалась та вещь, что при катастрофической закостенелости менталитета представителей традиционной науки с одной стороны и невероятной организационной дезориентации альтернативистов с другой стороны, мне диссертацию по официальным каналам защитить не удастся. Я принял решение. Тема диссертации была, я попытался разобраться в эрах летоисчисления, в частности, летоисчисление нашей эры, летоисчисление в годах лунной хиджры, древнегреческая эра Олимпиад, дальше традиционная Ab Urbe Condita, то есть эра от основания города. Я попытался все в виде ряда гипотез формулировать, я попытался книгу издать, книга была издана тиражом 1000 экземпляров. Сейчас примерно 200 экземпляров от этого тиража прибывает на кладе, я надеюсь, все эти книги многие из вас прочли. Там был один характерный момент. Оформление задней обложки. На задней обложке этой книги было написано: «Внимание, господа! Всей хронологии до всем датировкам, которые дает традиционная история до 14 века, нужно относиться с недоверием. А примерно 15-16 век доверие может быть выборочным, а от 16 века, если у нас источник датирован, то датировкам можно более-менее доверять». Эту мысль я вынес на задней обложке и постарался, чтобы она была по размерам чем-то напоминала обыкновенный конфетный фантик. Чтобы этот конфетный фантик был в распоряжении широкого круга исследователей и широкого круга общественности. Вопрос. Какая была реакция на мое творение? Ну, я надеюсь, эту книгу многие из вас здесь присутствующие уже прочли, составили свое мнение. Сейчас меня дергают немцы, немецкие альтернативисты, у которых я появлялся 4 раза, еще при жизни Евгения Яковлевича Габовича, который от нас ушел в январе 2009 года. Через 4 месяца после моего последнего приезда к нему на конференцию в 2008 году в Потсдам. Очень хочется сделать хоть какой-то фильм, очень хочется сделать слайд-шоу. Проблем есть несколько. Одна из этих проблем то, что к европейскому формату нужно книгу еще как-то подтянуть. Квал критики был некоторый по отдельным редакционным моментам. Например, я, не зная итальянского, воспроизвел абсолютно безграмотно одну цитату на итальянском языке касательно жизни святого Иеронима. Сейчас, если вопрос стоит о реакции представителей традиционной науки на эту книгу, то самой колоритной из них была реакция заведующей кафедры археологии исторического факультета Московского государственного университета Юлии Леонидовны Щаповой. Я в телефонном разговоре говорю: ну так и так, Юлия Леонидовна, я совершенно четко очерчиваю рубеж хронологической достоверности, как 14 век, ниже которого доверять датировкам нельзя. Реакция: громкий хохот в телефонную трубку. Ну, конечно же, нельзя, отвечает она.
Я был такой реакцией немножечко рад. Она тем самым признала наличие жуткого разброда мнений в традиционной науке в том числе. Она это признала. Я считаю, что, несмотря на, скажем так, отсутствие формального результата, то есть я сейчас не могу сказать, что защита диссертации у меня получилась все в порядке, хотя бы издал книгу, хотя бы это. В процессе позиционирования этой книги я получил еще два приглашения на защиту диссертации на сервис политических наук, с одной стороны. С другой стороны, на кандидата культурологических наук, там и там. Времени хватало, приглашения были. Другой вопрос, что мне далеко не всегда есть время уже этим заниматься, поскольку я в 2010 году начал заниматься немножко другими вещами. Следуя пути, который нам указал Игорь Владимирович Давыденко, который, а также Валерий Анатольевич Усов, которые здесь как-то один раз выступили и всячески призвали строить технологическую карту развития цивилизации, я попытался эту технологическую карту применить к истории мореплавания, как-то решить задачу построения схемы истории человечества независимо от письменных источников, раз уж мы, как альтернативисты, предъявляем к ним достаточно много претензий. И после этого я издал пару книг. Первая книга «Рыцари Аллады». Это ответ на этот вопрос, то, что происходило примерно до 14 века. Вторая книга – это то, что я сейчас держу в руках, «Рыцари трех океанов». Это та самая книга, на основании которой я публично хвастаюсь о том, что я здесь опроверг маршруты плавания Колумба и Магеллана. Реакция публики была очень колоритная на эту книгу. То, что Колумба пинают все, это, в общем-то, общеизвестно. Но у меня почему-то так получилось, что я не поленился почитать источники по плаванию Магеллана. Сразу же резко вышел на поверхность, что там написана жуткая чушь в этих источниках. Сразу было видно, сразу было ясно для меня, по крайней мере, как для исследователя маломальски опытного, что там источник шит белыми нитками, но тот факт, что мне это удалось сделать. И по итогам этой книги я написал 5 кинозаявок. Даже активно общаюсь с нашей замечательной студией под названием «Центр научфильм», которые мне говорят о том, что я встал в своего рода очередь. На какие-то, у них там есть какой-то своего рода очередь из заявок на эти научно-популярные фильмы, и я со своими 5 кинозаявками, там про Колумба, про Магеллана, про географию, диалектику, которая висит у меня на многих экспозициях, стою в этой очереди, которую они организовали. Может быть, есть в большой кинематограф, хотя бы в документальный кинематограф, пути независимо от нашей студии. Может быть, я такого не исключаю. Недавно, не далее как неделя назад, у меня была встреча с представителями и студентами факультета документального режиссерства в ГИКе, точнее, режиссерский факультет отделения документалистики. Там группа где-то примерно сидела в 9 человек. С ними я провел достаточно интересный разговор, но в свете проекта «Контики-21», о котором я сейчас вам расскажу. Что здесь пошло дальше? Дальше, раз уж Магеллан, раз уж Тихий океан, крупнейший водоем планеты, то, простите, когда он был впервые в истории человечества пересечен? Когда? Я начал вспоминать такие фамилии, как Минданий, Киросы, Урдонета, Дрейка, Фрэнсиса. У меня был чисто спортивный интерес. А когда же, простите, вот это произошло все-таки? Надо было 10 тысяч километров по бескрайней водяной глади, питаясь то летучими рыбами, так сказать, питаясь дождевой водой. К счастью, вот в Тихом океане дождевой воды хватает. Но перед этим, простите, надо запастись продовольствием. Надо было хоть как-то предварительно измерить расстояние. Всякого рода гипотезу о том, что сперва было плавание вдоль Тихоокеанского побережья Америки от Магелланова пролива аж до Аляски, я почему-то отвергал. Не было никаких экономических предпосылок для этого. Одесло мне начал вспоминать одного мореплавателя за другим, которые пересекли в свое время Тихий океан, или, по крайней мере, которым это дело приписывается. И так я вспомнил больших белых бородатых людей бога Тики, которым им подобное пересечение в доисторические времена приписал известный норвежский путешественник Тур Хейрдал. Он в 1937 году, в возрасте 23 года, будучи аспирантом университета города Осло, аспирантом, зоологом и ботаником, он отправился изучать на архипелаг Фатухива его животный и растительный мир. Там повстречался с одним древним старцем, который сказал: «А нас на эти острова привезли люди бога Тики, откуда-то, непонятно откуда». И этот старец показал на бескрайнюю океанскую даль, как и подобает жителю островов. При этом сразу же он, этот старец, отверг версию автономного переселения. Частично это пересекается с моей теорией форпостов, которая говорит о том, что ни один нормальный мореплаватель не заинтересован в безжизненном океанском пространстве. Ни один. Потому что он заинтересован кровно в как можно более густой сети баз, как можно более густой сети факторий, куда можно было бы спрятаться после бурь и после невзгод, и где можно было бы отдохнуть, где можно было бы пополнить припасы. Таким образом, вот я начал анализировать после этого текстовочки самого Тура Хейрдала,
его знаменитую книгу «Путешествие на Понтийке», которую мне удалось прочесть в 10-11-летнем возрасте. Я читал эту книгу второй раз в жизни. И меня интересовал один единственный банальный вопрос. Как у него обстоят дела с черной металлургией? Простите, общеизвестно, что в Южной Америке руд черных металлов нет. Нет руд черных металлов, нет металлов. Нет металлов, нет инструментов. А нет инструментов, проблематично сделать плавательные средства. Разве что их делать из тех, точнее, с помощью тех плавательных средств, которые сделаны с помощью моллюска, с помощью обсидиана, с помощью костей рыб и животных, которые в обилии в Южной Америке. Одним словом, у меня родился то, что называлось концепт неких мук творчества. Я мог просто-запросто написать статью по этой теме, я решил поднять планку немножко повыше, и я решил провозгласить историко-географический реконструкционный проект. Это был где-то примерно осень 2010 года. Ну и как бы это все было, этот проект имел массу способов реализации. Один из способов реализации теоретически был возможен через туристические фирмы. Все уперлось в катастрофическую нищету наших туристических фирм и катастрофическую неспособность нашего турбизнеса решать какие-то серьезные задачи. Можно было и есть, возможно, решать все с помощью кинематографа, то есть ездить, пустить какой-то фильм. Сразу же вырисовывалась определенная смета расходов. Это самый живой вариант, который мы сейчас рассматриваем, который я сейчас в массовом порядке прорабатываю. Я сразу же попытался делать все, и сейчас я провожу такую политику, что в этом проекте наша прекрасная страна выглядела как можно более роскошно. Это был лозунг проекта номер один, учитывая то, что Кердалф производил на территории Эквадора повал бальсовой древесины, то, соответственно, в качестве места, куда она отправилась бы экспедиции, куда она должна отправиться, является прекрасная латиноамериканская страна под названием Эквадор, где достаточно многочисленна русская диаспора, как выяснилось, которая там умеет снимать про Эквадор туристические фильмы. Ну и, соответственно, был еще один теоретически возможный вариант, который тоже самое не погас, это сделать какое-то интерактивное шоу, ну типа «Последнего героя», типа «Сердце Африки», типа «Остров». Они шли по различным телеканалам, я как-то время от времени к вашим, Александр Сергеевич, коллегам по профессии пристаю с этими проектами. Есть определенные продвижки, по крайней мере, накопился определенный банк адресов, определенный банк данных. И, в принципе, если делать какие-либо управленческие сигналы, то, в принципе, как-то более-менее ясно, более-менее понятно, как это все делать. Последние новости этого проекта, они следующие. 6 октября 2014 года, как известно, имело место столетие со дня рождения Тура Хейердала. Я организовал три мероприятия. Первое мероприятие – это съемки на телеканале ТВ «Наука». Второе мероприятие – непосредственно вечер Тура Хейердала. Это было празднование в технопарке «Сапфир», который нас очень гостеприимно принял на весь организационный период. Мы можем в технопарк «Сапфир» прийти в любое время дня и ночи. Нам предоставят компьютер, принтер, столы, стулья, где мы можем сесть, провести заседания, чаепитие, другие интересующие нас мероприятия. Находится он относительно недалеко здесь. Здесь метро Семеновская, две станции метро, если брать от Бауманской, где мы сейчас находимся. Ну и вот, скажем, предварительное национальное географическое общество, которое вот представляет себе некую совокупность журналистов, которые любят издавать путеводители и буклеты по различным городам, приняло там маломальски гостеприимно, по крайней мере, вопросы медленно, но решаются. И 9 октября у нас состоялась дискуссия в философском клубе магазина «Библиоглобус». Все материалы передают господину Сергею Рощину и господину Александру Сергеевичу Гринину. Я надеюсь, вот в ближайшее время это появится на ТВ «Тайнам нет», этот материал. Очень интересная философская дискуссия. Специально попросили, чтобы было как можно более альтернативисто. Кто попросил? Попросили философы, которые являются организаторами этого клуба. То есть русское философское общество нас, как смелых и отважных альтернативистов, любит. У них сейчас нелегкие времена, их сейчас выгоняют из Института философии. Но 31 декабря выгонят окончательно из Института философии, но нас они любят. И последнее событие, которое произошло, со стороны норвежского путешественника и журналиста Тургейра Хиграфа, выдвинута идея путешествия на плоту, аналогичном Контики, от берегов Чили до острова Пасхи. Там, в отличие от дистанции, которые прошли в свое время спутники Хейердала, там расстояние в два раза меньше. И он хочет все преодолеть не за 100 дней, какой период заняло все путешествие на плоту Контики. Он хочет преодолеть за 45 дней. Он приезжал на празднование юбилея Хейердала. Он делал некую презентацию в Дарвиновском музее в Москве на улице Вавилова, станция метро Академическая. И у него идея следующая. Он, подобно тому, как сам Хейердал нашел у нас в стране нашего биолога и путешественника и медика
Юрия Александровича Сенкевича. Ему, видимо, русские врачи, которые способны на экстремальный туризм, очаровали, и он хочет нашего врача себе на плот. Один из членов оргкомитета проекта «Контики-21», волею судьбы, он тоже является носителем фамилии Фоменко, Александр Владимирович Фоменко, сотрудник одного из института Российской академии образования, выдвинул несколько другую идею. Ребята, а давайте сделаем так. Вот всю нашу идею изготовления плота «Контики» с помощью орудий труда до металлической эпохи. Ну, чтобы провернуть вместе с Хиграфом, чтобы это была, соответственно, одна из компонент его проекта. Вот так вот и пошла наша переписка. Имела место с его стороны два письма. Вся эта переписка, все наши письма печатаются в открытой группе историко-географических проектов «Контики-21», социальной сети Facebook. Все здесь присутствующие, пользуясь случаем, туда приглашаются. У нас очень интересно, у нас иногда выходят на поверхность совершенно небанальные вещи. Например, на нас вышла дочь одного полярника по фамилии Русанов, который сказал совершенно четко, я упомянул как-то один раз, что вообще это теоретически возможным историко-географическим проектом, например, является празднование столетий плаваний Бориса Андреевича Вилькицкого. Известно, 2016 год, его первое удачное плавание по Северному морскому пути, когда он прошел от Владивостока до Архангельска, пролив Вилькицкого, который связан с его именем, находится ровно возле мыса Челюскин, 78 градус северной широты. Заканчивая географический обзор, он, как правило, всегда завален льдами. Так вот, вот одна из идей, которая возникла, это столетие празднования Вилькицкого. Как выяснилось, я первый вообще из русской общественности, кто вообще толкнул эту идею. Я получил комплимент от внучки бывалого полярника по фамилии Русан. Ну, это одна из последних тем, которая открыта в нашей группе. Михаил Михайлович, вот я представляю, мой член оргкомитета проекта «Контики-21», мой ближайший помощник Михаил Михайлович Антонов. Я вам представляю, вот иногда делает различные публицистические выступления по фамилии Саян. Я прав, да? Патриот России, журналист-публицист. Ну и теперь я на этом заканчиваю тему историко-географических проектов. Он тема достаточно романтична, достаточно заманчивая. Пока стоит вопрос, как в нем участвует Россия. Пока я ставлю вопрос схемы окупаемости. Как только схема окупаемости будет очевидна, я сразу провозглашу сроки. Хиграф провозгласил срок своего плавания на Контике, стартовый срок, 1 ноября 2015 года. Он тоже, кстати, это плавание связывает со столетием, со дня рождения Тура Хейердала, своего соотечественника. Вот. Ну и теперь я немножко расскажу о том, что у нас происходит с факультетом инноваций высоких технологий, с кафедрой концептуального программирования Московского физико-технического института. Я обращаюсь к уважаемой публике с маленьким призывом подумать о том, что нам мешает развиваться дальше, что нам мешает идти вперед.